щит лопается, примерзли, постоял, приморозил их оковами, блядь. Потом Так там догонят и подождите, я что-то не тебя. вкурил. Я там успевал варом это все делать. Там типа 7 кд, сейчас тут 6 секунд шел кд, чё это я не успею. Может, потому что бдилка была на ком-то? Да нет, бдилка не было там, нихуя, я же Не, фури я китачил. срезал, единственное, что помогало, это тотем ставил на Там замедление. так сейчас и поставят, это там в середину, и если что, там на подстраховке есть ханты, но у обоих фрост магии есть спек, и все. Шкаф поставьте, сумуньте Сашу. Ну ладно, типа, Давайте быстрее, у меня же там тревогу объявили, вы что, не слышали? Алло, блядь. Поддержка, а вот. Санек. Санек, уговая тревога. Гавай боится, блядь, без него сейчас все веселье, нахуй. Блядь, может там кого-то пиздить будут, а я все пропущу, блядь, алло. Видос не снимет. В натуре, я видос не подсниму, нихуя, блядь. Ну да, видосы знатные, кстати, блядь. Ты давай, там повеселей, чтоб все было. Вот. У меня есть видосы интересные, пацаны, я могу вам поскидывать. Там, где бабушка говорит, что у нее привидение в стенах. Интересно, блядь? Нет, кидай, конечно. Есть еще, блядь, один тип, который говорит, что его сосед, нахуй, облучает, блядь. Надя. Кидай в телегу, блядь. Кидай. Короче, все желающие, блядь, плюсик мне потом после рейда, я в Телеграме добавлю, блядь, волшебник. Да, в телегу, да, все сразу кидаешь. Смотри, волшебник, ты на этой клетке стоишь, моба водишь, Саша на дальней, тотем за замедление поставит по центру, и все будет окей. Тотем, этот, смекалка на тебе, это хуйня исступления. Снимать. Поехали, блядь. Столовка. Ух ты, хуя себе, вот это... Заряжай. Паш, смотри, там можно просто этими, как он, конус холода, короче, нажимаешь. Конус, большой щиточек, может Пета даже потом позвать, чтобы Пета не было. Я тебе когда скажу, надо будет нам сбежаться с тобой. Зумбр, забери там что, не? Геру нажали. Сейчас это будет истребление. Сводим их. Все, нажали, блядь, инженерские сапоги, залили эту хуйню быстро. Мы с тобой новых цепляем сразу. У тебя уже один сотрю бежит. Помогите, тут пацанчик почти подъехал. Спасибо. Все, новых собрали, босса доигрываем. Мага, пожалуйста. Угу.
Забери, забери столовку. Да, он уже мертвый. Хорош. О, вот она, ачивочка. Кубля. Ебать, три пары плечей, нихуя себе. Плечи бы я взял, у меня 200-й вообще говнище, нахуй. 13-й, да, плечи же? Да. Мне не нужны, если че. Ну, вот столовку одеваем, блядь. Он заебал галяка бегать, нахуй. Ну, за столовка... Ой, я что-то не то нажал. Подождите, нихуя не надо, там случайно тыкнул. Пожалуйста. Этот, столовка уже три шмотки желтые, а ты, получается, если ты их сейчас поменяешь, то 210 будешь. Больше должен быть. 200 на 13 меняешь, правильно? Угу. Плечи, бошку и грудак. Да нет, 210 будешь. Так, 211 где-то будет. Ну ладно, еще посмотрим. Тебе еще надо поясок, перчатки, блядь. Это ты все, 200 говно, надо все поменять, блядь. Сыгниса триню надо, блядь. Еще подоху. Какая хуйня бы интересная выпала бы, нахуй. Оба этого цепляем и проходим сразу туда все, никто тут не остается. Поясок бы выпал бы еще, но... Такой... Арт, тебе тоже поясок бы поменять, вообще охуенно много. Так, давайте поделимся. Зумар направо, столовка налево. Первая пати идет налево, вторая направо, третья налево, четвертая направо. Холипал и груди налево, остальные все хилы направо. Присмотрите меня. Это кто? Хао. А где ты есть? А ты где тут чуть-чуть осталось? Пацаны ходят. Сейчас я говорю, подляйся. Да умирает. Давай, умри. Шкаф. Конечно. Поставьте там шкаф, засумоньте его. Какие-то ебаные прыгнули. Да я просто сейчас одной рукой играю. Братур умер. Второй оторвали, что ли? Мне интересно, а второй ты рукой хули делаешь-то? Я же на температуру меряю. А, ну я так и понял. Понимаю. Есть этот лайфхак такой, короче. Закидываешь ноги на стол, встромляешь градусник в жопу, блядь, и у тебя руки свободны. Проверено, да? Ну, конечно, блядь. По КД так делаю, блядь. Я себе купил, блядь, один раз... Один раз, блядь, потратил, блядь, деньги, купил себе этот электронный, который, блядь, просто, блядь, дотронулся до себя и все, блядь, и не парился. Давай видео с градусником, телеграм. Сань, что, присуманили? Ну, типа, да, но бафы что-то баф. Дайте по смекалке бафы, там кто-то какие-то достает, там, лапу, пристабаф. Ну, паладин на той стороне просто, сам беги. Ничего страшного. Я добегу. Просто по ханту по-любому хуйните, оно до него достанет. О. Всё, столовка пошел. Здорово, пацаны. Аудует. Здоровенько, здоровенько. Кто вас из хуёва спросил? Сколько там слева? Справа, то есть? 35. Стопайте справа. Просто автоатаками бейте. Дуру дали нормально. 23 там уже. Стопайте справа. Справа, стоп. Hello. Справа это фогейн. Уберите руки от клава вообще, блин. Фогейн? Температуру мерьте там. Сука.
Так, блядь, что тут нахуй? Все, дымаш. Пошли, пацаны, разгоняемся. Блять, там убили уже нас. Нормально. А, понял нах. Спрыгнули все, быстрей. Скажите только, что плюсики в синий, а минусы в красный. Сейчас молодец. Блять, рано, да, дал ты? Сказал. Смотри внимательно. Минусы — это крест, плюсики — это квадрат. О, Роган. Блять, вилки нажал. Сдвиг одну секунду. Сдвиг кастует, смотрите внимательно. Нечаянно дай, пожалуйста, Инар. Зумар, если есть, закинь. Сдвиг 5 секунд. Дайте хоть уроки БР, хоть знаю, что он лежит. Не надо. Не надо, пусть лежит. Внимательно. Посмотри на особо роги, блядь, специалисты. Линкуется, хуже. Причем они оба с нами были в ульде. Сдвиг. Перебежали, кого поменял. Суф, есть Инар? Можно ждать. Зумар, забери босса, пожалуйста, дай в спину побить. Лена, дай гимн на ману, я тогда им воткнул. Вставала уже. Я сдам, давай тогда. А, уже воткнул. Гера, откат 6 секунд, ребят. Надо, нет? Конечно. На следующей фазе. У меня стилист. Вот следующая смена полярности, как перебежим, Геру дадите. Давай, я в тебя сейчас тоже заряжу. Смотрите внимательно за дебафом. Перебежали. Сдвиг. Сдвиг. Если череду дам, сдохну, бля.
Да. Давай проверим. Несите. Верика, перед давай, этим. Под конец, да, или ам останется? Эти ангела дам, давай. Давай. Ну ты пошёл ты нафиг всех, ты чё? Их положу, лучше в конце, блин. Я уже тебя знаю. Их перебежать. А он летящий, да? Даль, гавай. Ты ложный выпад прожми. Я сейчас сюда буду кош ложу. Череда пошла, блядь. Команд Бентер есть тотем, ставь. Кто-нибудь гимн представил. Выжил, блядь. Выжил. Хорош. Так, отошли все, отошли назад, нахуй, все, блядь. Куда вы, блядь, идёте? Пизда, нахуй. Кто ж подошёл? Ты, слышь, ты, я тебя. Чё вы идёте? Ну там просто смена, блядь. Не подходи, блядь. Надя, рейс. Зачем резать? Мы, типа, телепортнемся, не? Да, просто. Заходите, плюсик. Сашка резать. Сашку резать надо точно. Так, ну толкового нихуя не упало, поэтому всем пока, я ушел в портал, блядь. Вот я тебе, блядь, первый по ДПС. Находите все плюсики в этот, где ты первый, нахуй? Тут у тебя, блядь, галактик на одну единичку, нахуй, блядь. Почему, чё у вас там? А, нет, ты обнули, ебать. Типа, ну, с босса чисто. А, с босса? Тема очищена, подожди, давай шаманов. А, пауков идём. Да, не успеешь. У меня в общей, у меня нет чисто с босса. Мы ж там стопали, блядь, поэтому, блядь. О, нормально, плюсик какой-то, минусик тут, блядь. Нормально. Гавай, ты все на работу, да, пошел, Кирюк? Да не, прикалывайтесь, блядь, или что? Нахуй мне это тревога, блядь. А что за кнопку рит, нахуй, что за хуйня? Нажми, блядь. А рит это типа ролл. Этот, у меня просто на полчаса раньше собирают на работе и все, понял? Я тебе просто это, хотел спросить, напиши либо в Телеграм, либо когда собираемся. Десятку? Да, ну там понедельник, вторник, среду. Надо решать в эти дни. Столовка, ты какие дни дома? Я за понедельник. Среду на работе. А когда? Понедельник, вторник, среду. Это на следующей неделе? Ну конечно. Так, сейчас. В понедельник я дома. Я тоже за понедельник. И в среду я дома. Все, в понедельник тогда идем. 25-ка идем. Значит... Че ты мне ГПС? Я грит нажал. Ну, типа вообще не нужен. Этот 25-ку мы идем, значит, четверг, пятницу. У льду. Закрываем, стараемся сразу на фул. Соответственно, субботу, воскресенье там Наксики, ОС, на транс взял. Кто куда хочет. И потом понедельник. Отдам. Мы пойдем с. Короче, основное четверг, пятница, понедельник, правильно? Да, четверг-пятница мы идем у льду 25-ку. Бери. Я тебе кинул за 5 гп его. Забирай. Слышь, Саня? Все, Кирюх, я понял. Саня, слышишь, дай мне, чтобы я, блядь, мог в гильдейский чат, ну вот, в Дискорде писать, анонсы делать. А вот среза десяточка будет? Или больше не ходим? Среза десяточки нет. Среза десяточка объединяется с первым статиком. Вон, Макс будет рулить вместе со срезом всей этой движухой. Хотел на собрании это сказать. Умерли. Смотрите, надо будет нам тоже что-то там со статиком подрегулировать, потому что у нас Денис в бане. Надо будет, или если он разбанится к этому моменту, то как бы да, а если нет, то нам надо будет найти тогда какого-то либо кота, либо фурика на замену ему. Ну-ка попробуй, Макс, вроде дал. Поэтому если есть желающий фурик или кот, хотя бы 210 и с руками, ногами, блядь. Нет, не могу, Саня. Не можешь? Да. А подожди, ты мне что дал? Подожди. Поставь Рэл. Шкаф с уманем. Рэл дай Рейдер. Зама, да? О, сейчас могу. Ну я могу, в принципе, с Кириллом побегать какое-то время, там пока не будет. Там что-то слип пишут там. Я что побегаешь, ну. Тут... Лёха будет счастлив. Чё? Срез с нами в статике. Ну, типа, не знаю, если третий статик будет рулить Максим, почему нет? Тогда нам нужно еще место под Алису. Так нет, так я же уже с Гавайем вроде, типа, меня... Не, срез, тебе надо ходить с первым статиком, вон, с Максом.
там, Саниха, Арчи. Ставьте рыбу. Ванг, это скажите мне, в принципе, все. Раздавайте бафы. Мы сегодня после этого сбегаем. Так, или смотри, не... Саня, я... Сегодня... Это сегодня что, вторник? В среду. Ну ладно, на завтра не забудьте десятку сделать. Я завтра не могу никак, так что там, если кто-то куда-то хочет, собирайте. Ну, я на работе в ночь. Я завтра десятку твинками, плюс там, ну, еще не попал, типа, буду собирать. Ну, пошли, я тоже тогда с твином скажу. Короче, Макс, смотри, это, всеми двумя персами могу хотеть, ходить. В третий и в первый твой статик. Там, могу смотри, хотеть. Смотри сам, где надо паладин 3 спека и где ДК надо. Ну там сам раскидывай. С нуля завтра? На собрание. Я в четверг, кстати, на сутках. У вас собрание в четверг и УДА. Саня, завтра с нуля УДА? Да. Макс, мой фуримак тоже с тобой можно. А, у нас ковер на четверг, да, получается? А ты кем пойдешь, крестом? Я в календаре стою. Кем? Друидам, блядь. Так ты же собирал уже, нет? Нет, я ничего, я его именно что ничего не собирал. Это, а вообще первым статиком у нас куда десятка будет? Ну, решать будем, когда... На собрании, давайте, приходите все в четверг пораньше, к 12 подтягивайтесь. Что-нибудь подраскидаем. Вот, тебя будем иметь в виду там, но это да, подпишемся. Да, 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 если что, напишите, я приду с утра, прочитаю в пятницу, в 10. Ребят, давайте это, потом попиздим, погнали. Все поели. Все охуенно, все пошли. Груди охуел. Да, блядь, да я после работы пришел. Отдохнуть тоже хочется. Да все правильно, груди, все правильно. Груди устали, да? Заебали, блядь. Заряжай. Блядь, минуты гера. Походи, демагер, пацаны, чекайте, блядь. Потом ДПС мое. Я, наверное, оба сразу заряжаем, Кирилл. Что-то там у тебя пиздец какие-то цифры, нахуй, я ебал. У кого? У Арч. Не у тебя же, блин. Там где-то вообще, я тебя не вижу, где-то. Арч, нахуй. Педалечка нажал. Просил бы это с гумору, когда мне первый стерео просто скилло. Чтобы я вкус разонал. Вообще, чуваку. Под скиллом. Лёха, мне дали за стерео. Вдвоём, ебать? Не охуял, Рифунок? А что ты думал? Сыном, бля. Нахуй ты нужен, бля. Вот и поговорили. Бля, пиздец, нужно капкусты собрать для ГКД, это прям вообще. Ты вообще а сколько капкусты? 650 раз. Для кого? Это мои ДКшники, я их даю, понял, бля? Макс, а ты на ком сейчас играешь? Ой, Рой, ребята, Рой, Рой. А, нет, он не сейчас там. Рано еще. Наебал ДБМ. Да давайте его вообще не будет, этого Роя, ебите. Просто ебите, давайте я даже помогу ебать вам. Вот Рой. Будет. Блядь. Немота ебаная, блядь. А чё, гриппы нельзя было сдать? Дайте грипп этому бы запиздить его резко, блядь. Дальше, не, дальше его. Грипп же босса сбивает этот Рой. Чё? Получается недоигровочка, блядь. Грипп босса, Рой, шо, блядь? Рой сбивает грипп. Каст сам? Да. А-а-а. Столовка, ну что, это ЛГП, а он гриппается, нахуй. Да. Ебать, нихуя бы на рип. Это не чекал, что ли? Самый главный, блядь, сказал. Тише. Столовка, это 500, нахуй, шутка. Пацаны, не палите меня, нахуй. Тоже хороший ролик. Это нашей гильдии, сука. О, перчаточки. Бля, мне бы пуху, нахуй. Крес, а почему ты, если знал это раньше, нахуй, никто не делал? Объясни. Типа я раньше не ходил, блядь, сюда. Ну, конечно, ага. Просто я на варе сидел, какие гриппы нахер на варе. Не, ну так он с нами поначалу сюда не ходил, у нас даже в гильдии не был. Ну типа, как бы, да, я был в гильдии, но на ДК так, сидел. Ну вы там что, лут смотрите, ребят, вы что, прикалываетесь на? Да. Я ебу, нахуй. Интересно, да. У вас аддон все высветит, вы что?
Привычка. Сай, я случайно себе забрал дагер, потом тебе отдам. Ой, дагер? Тебе не дагер нужен, тебе руки, да, нужны? Мне руки нужны, да. Но дагер можешь кинуть. Нет, тоже руки нужны. Все. Дагер и рогам тоже... надо, нет? Руки пиздец нужны. Ну типа, я не откажусь от пишнего дагера, он как бы мне чуть-чуть даст ДПС. Капельку. Это 1.4 дагер, куда он тебе даст ДПС? А, ну, значит не даст. Один хрен. Да, 1.4 дагер мне даст ДПС, прием, бля. Понимаю, да. Не, ну, кстати, я его этот, черну его языком пламени и буду тыкать. Ты винфурия затыкнешь просто его по ГД, нахуй. Бать, пацаны, что-то не так идет. Я тебе этот, держи. Он со столовкой, блядь, происходит. Меня решили просто нахуй это, бутылку посадить, блядь. Мобы. Я даже ангел сброшу. Оба в чекайте, может там что-то выпалит, кому-то надо, блядь. Тут есть люди, которые не одеты. Ну да, он сработал. Мне нужна пуха на хила, блин. Бля. А, не пад. Вот, не поверишь. Че, выпал? Мне тоже нужна. Мне и нарыва нужна была. Ну, мне любая нужна, в принципе. Может, можно из трэша кинжал. Пофигу, что там меткость. Кинжал такой, как всегда. А у тебя такой же кинжал, только, блядь, он не с трэш, а с босс. Ваши бренные желания ничего. С меткостью, блядь, иду. Блядь, у нее голос, как у этой, Иваны. А, да-да, есть такое, чуть-чуть. Тоже заметил эту хуйню. В смысле, в русском локализации? Да. Так там одна тетка на весь вов, вы че? Нормальная тетка. Куповая. Она лучше... Сейчас нападает этот эпик. Типа единственная топовая, конечно же. У котика хеймбал лапки, бля. Как они меня в стену впрессовали, нахуй, шевелиться не могу. У меня мана закончилась, блядь. Че творите, больно же. Вот это нормальная движуха, пацаны, бля. Кошка, как говорится, спасает, нахуй, такого дерьма, блядь. Не просила. Ты не прохил, блядь. Была бы мана, нахуй. А? Вот против. Так вот. Манай в гости зашел. Слышишь, Саня? А у тебя ты в первом статике ж ходишь? Да я пока вообще думаю не ходить. Тут просто вопрос в том, что там же Шардстайл куда-то пропал без вести, блядь. Я так понимаю, что он не вернется, блядь. Туда ретрик нужен в первый статик. Будем. Я ретрик, вот у меня ретрик. Будет ретрик. Будем что-нибудь шуметь сейчас. Что, рыбу ставили? Меня тоже весь поставлю. А что с Арстайлом? Он уже в гильдии вроде. Все в гильдии, просто он это потерялся. В понедельник, по-моему, да, когда он тут. Да он и в десятке ходил, что-то не ясно. Точнее, не ходил. Хорошее уточнение. Мы его не ценим, просто он мне в ПМ написывал. Просто чувак перегорел, хуй знает. Ему отдохнуть пошло. Где хулипал, где хулипал? Престан крест бахнуть, пожалуйста. Паладин второй бежит, который бахнет. Надежда, вы где, блядь? Надежда, давайте ножками, ать-два. Опа, блядь, крылышки тебя, смотри. Макс, по МК шешь там, да, мобов? Так, а какого, скажи, блядь? О, метки поставлю. Служители они называются. Там есть последователи, по-моему. Да, последователи, и вот тебе надо служителя именно им кажется. Окей. Давайте на всех метки поставлю. Санёк, ты дагер распилил? Нет. Да я почекаю, даст он мне ДПС. Или нет. Меня в хенд уныло.
Ну, 1.4 дагер тебе точно нихуя не даст. Ну, хантик бери зал, да. Ну да, я думаю уже взять. Просто ОД было мало. Что этот? Ну, короче, помойка. Столовка на боссе, зумах там на мобах. Все, Макс по это, по МКшит, когда надо будет. Можем завести нахуй закрыть матери всю хуйню, блядь. Да нахуй надо. Кто последний по ДПСу тут лох? Черт. Тупо хилы в чисто это допустил. Низко не стойте это, РДДшники, не мату на вас швырять будет, а то. А, очищение ж. Очищение дайте. Закинул, Димон. Только что. Понял, бля. А нет, с командой. Это не кажется, или я мажу на? А чем Ката слетает? Я что-то ему что-то делал. Кастуй другой моб. Да, блядь. Может, ты далеко убегаешь от себя? Не. Да не, он близко. Да он нормально стоит. А чё он слетает, МК? Да тебе пиздит моб, блядь. Нажми уход в тень. Да хуй. Танк забери с него моб. Зумар, забери босса быстрее. И бэк прожмись столов. сразу прожмись. Прожмись на фул, быстро снять берсу или закливайте их нахуй. Это не сработает, нужно КМК. Я пускаюсь, блин. Столовка, отдай все дефы. Да, один пока отдаю. А что не сработает, если закривать? Тянет. Типа МК скидывает и все. А в десятке Алиса можно, тоже, да? Алиса тоже. Да, в десятке можно. Десятки, собственно, МК не нужен. Не, ну я их узнаю, оно слетает, я не знаю. Да тебя бьет вон какой-то, я вижу. А, ну а так они по КД бьют, что сделать? Тут другого возьмет, если он не может. Я всех беру. Да добивайте уже нахер. Я хуй знаю. Конечно, забейте. Сейчас ачиво будет. Это если мы трэш не укосали, да? А, ну да. Огонь. У, сука, ачиво подъехало, блядь. Чисто двое запа одинаковые. Все, сразу идем трэш чистить. Хары тут мост охранять. Она уже, блядь, все, прилягла, блядь. От старости. О, вот это надо. Бать, вы что прикалываетесь? Где хилы нахрен? Почему все стоят лут? Да я даже... Блядь, ну ты гонишь, нахуй. Ты урвался. Зумар, где ты есть, блядь? Ну что вы стоите, нахуй, я не понимаю, там? Где все хилы? Я тут. Если все тут, почему, блядь, сдох столовка, блядь? Тут, ну, и Зумар тоже. Блядь, вы же аддон ставили, у вас должен лут высвечиваться. В чем нахуй проблема? Вы там стоите? Там должен стоять только Саша один, а мы должны почистить весь трэш, его, блядь, присумунить к боссу, блядь. Что-то РДДшная тренька не падает уже давно. Тебя вообще пиздец, я, блядь, весь всех боссов убили, она ни одна не упала, блядь. То хилиска одна упала. Понимаю, ну. Когда она нужна, она не падает, блядь. Да и не лишний на хитах побежал.
Ну, я же с вами в рейде. Куда вам милишню? Хотя я не варов. В принципе, сейчас она упадет, и мне она не нужна как раз вот в то самое время. Волшебник, а у тебя что как по меткости? Динс, нормально. Чики бомбонить. А, или это с талантами ты имеешь в виду 11? А тебе что делать? Сука. Грудь, а пошел, смело пошел. Грудь колесом. Смекалка дрочит стоит. Да смекалка рак, нахуй, не мог же это смекать, что мы обижали, блядь. А теперь ждите, нахуй, моба, блядь, пока не пройду. Блядь, уже не успеем отбежать. Бля, Пет под спайсами, бля. Под спайсами? Так, да, делаю? Ты делал, Артём? Да. Его да, Сумара, можешь спикать, да, тут один танк нужен. Так, вот срез в пати со столовкой, тогда тотем очищения, ебанёшь там, все красиво. Бля, я не успею. Весь рейд стоит левей от креста. Чтоб туда в проход никто не улетал. Когда коконы кидаются, все РДДшники в коконы сразу резко. У нас ханты есть там, и быстро должны разбить их, и все, и по боссу дальше играем. Сейчас Вася будет триня, проверяй. Рыбка есть? Поставьте рыбку, пожалуйста. Рыба стоит, кушайте. Ой, сколько рыбы еще осталось? 22. Нормально. А это еще вайпаться и вайпаться, блядь. Поели сразу, нажали, да. Так, поели, да. Сейчас после паука надо будет там на пару минут отойти, блядь. Ой, пацаны, помолитесь, чтоб мне поиск выполнил. Молюсь, здесь... выводи поезд, все. Mm-hmm. Лапу дайте, на столовке лапы нету. Боже милостивый, буди, подай ему хуй на блюде. Понимаю, какой ты добрый. Ну ты попросил помолиться? Как молюсь, как говорится, как умею, так и молюсь, все. Долго свищите, чел. Надо побыстрее. Лужу лейте, ДКшники, палы, там, когда мобы эти выходят. Да баф не скидывает. Не буду тебе анонсить, сам ты кинешь всякого, когда надо. На Дезу. Слез. Че? Не скидывался дебаф я, да. Стоит. Я на нем буду держать эту херню. Ты про тотем? Да. Ну ладно. Сколько на разбили? У меня двое детей. Понимаю, но у меня тоже. Клифф дали? С паутином. Так, Димон, ты будешь в понедельник, правильно?
Да, понедельник, среда, я тут. Все желающих, кто этот, без статика. Если до понедельника, до следующего КД не поймаете, приходите, у нас там, может быть, будут замены. Сейчас трэш вылезли, трэш заклеивает. Какой трэш? Вот этот. Ой, он туда кинул, а я лопал. Ну, пусть. Сука, все, я, да? Блядь, нажал нахуй, блядь, сапоги, не успел, блядь, запутало нахуй. Блядь. Бэр, столовку быстро. Ебать, что это было, нахуй? Столовка умер. Быстрее, БР, в пабле кто-нибудь заберите. Ебаного, вы что прикалываетесь? Столовку захил быстро, лоха ему дайте. Да хил я его. Столовка, прожмись, доигрывайте босса, блядь. Что за хуйня, мы еще вайпнемся. Ты что, вам языбку не отдал, что ли? Сейчас отдам. Макс, есть у тебя сейф? Каску дайте по столовке быстрее. Да ебать, что вы делаете, зубы, блядь? Зубы ему. Он уже да зубы, блядь, у нас это. Кер, лям. Давайте добивайте как-нибудь, я не знаю. Да бейте, один лям, бейте. Да они все в корнях, кстати, сейчас и сдохнут. Ебать вы гоните, нахуй, столовка, ты научишься дефы сжать или нет, блядь? Я если сейчас, блядь, прожал бы, нахуй, в прошлый раз, а у меня бы на этот самый... Ну, так он, может, сдох бы, нахуй, на этот. Я вот на этот хотел прожать, короче. Да надо было на первый отдавать. Как зубы. Ебите. 14 секунд. Да, хилы работаем, работаем, блядь. Смекалка пошел кайтить, нахуй. Кокон. Все работает, вы меня выбейте. Да. Просто лучшие, нахуй, блядь. Прожимайтесь как цари, нахуй. Разбей. Ёпта мать. Как он? Я хуею, блядь. Первый раз вижу вайп здесь. Да, еще на Мексе не вайпали. Первый раз вайп, нахуй, блядь, со старта серва на этом боссе. Еба охуенно, нахуй. Мы на первой КД его убили, блядь. Какая еба. Чисто кайф, пацаны. Да смысл? Да ложись уже. Ой, блядь. Саня, долго можешь, Катя? Давай я встану. Давай, работаем, нахуй, блядь. Ты первую отдавай незримость, всё. А на вторую всё, тебе блин. Ангела дадут, да и все. Как? Ебать нахуевые. Это может, сильно, нахуй... на Мексе не вайпнуться, это сильно, блядь. Может нахуй танк, когда пока еще. Пусть ну, Зумур тоже танк будет, ну нафиг. Дайте респект, давайте быстрее бежать. Да там убивается в одного, просто он не прожал, блядь. Так а вдруг он сейчас не прожил. Если бы я тогда прожал, мне бы сейчас не было прожать. Да я тебе говорю, там два приста. Блять, один кидает этот крылья тебе, второй зубы кидает. И нужно, чтобы тотем еще стоял. Тотем диспелит этот яд, блять. Ты под ходками стоишь и вообще никак не сдохнешь. Кровь вампира отдаешь, все, по тебе захил хуярит. От кого ходки? От холи приста. От шамана. Рейкена тебе быстрена висит, вся хуйня. Там заебись будет, с зубами еще, блядь. Зубы дать под второй раз, блядь. Там у босса уже 100 тысяч будет, там добьют пиздец, встанет, блядь, он умрет. Тыкните аспект кто-нибудь. Да есть. Ты просто бежишь чуть-чуть это. Быстрее. Сейчас ты заметишь. Привет, ну чего там где-то стопаете? Бегите, АФКшите потом. После рейда. В бассейн, блядь, покупаться залез. Паук. У вас шаги там что, под спайсом, что? Понял, пиздим. Я чисто это вспомнил мелодию под куполом цирка, когда это все происходило. Чисто та-та-та-ра-ра-та-та-ра. Цирковое представление. Эквилибристика, блядь. Так, а знаете что, давайте сделаем? Первый статик, вот кто в льду ходили, нажмите нет. Нет. Ничего, подожди, что ты хочешь? Что-то хитрая какая-то у тебя. Кто в льду ходил? Десятый, первый статик. Нажмите нет. Нажимаем нет. Раз, два,
Сам посчитать не можешь, сейчас идти. 7 человек. Саня 8. В принципе, все тут. Алиса вообще-то не ходила. Добить этого генерала и йога пойдем? Просто а там идем. У него будут люди, которые вот эти паладины? Ну, сейчас я на это там уже, блядь, пофиксили, блядь. Там уже эту хуйню с паладинами пофиксили, блядь. Так что, пацаны, не знаю, как будете бить. А, за них упали. Да, там не было, блядь. Давайте этот, карася ебашьте. Давайте быстрее и хаваем рыбу, блядь, добиваем это дерьмо, блядь, на работу надо собираться. Давай, Макс, добьем, потом просто не расходитесь. Анон сделал, всем понятно. Они вроде там, короче, можно быстро там идти. А вы в Ока не ходили, Санек? Ходили. А, блядь, на скольки процентах мне эта хуйня проклят берса? 25 или сколько? Ты там вообще фтишь. Ну давайте я скажу в этот раз, что. No, я просто ему скину. Левее, встаньте от креста. Вар, крик на хп, не забывай кричать. Все стали левее от креста, чтобы туда в проход никто не улетал. Вот тут в тотемах стойте, блядь, нормально будет. Мне кажется, этот крест, ну, типа, вот здесь как раз должен стоять, а не там. Обычно поджимается как раз вот на уровне ее лапта. Вера, давайте. Окон моментально выбивается. Окон РДД быстро. Выбей сразу. Что ты на первое отдай, не зыбку, на вторую тебе каплю дам. Да, сейчас отдам. Прожимайся. Выбить. Подожди, там 15 секунд еще достану. Давай, Мусак. Прожимаю. Я прожался. Ну и второго там не будет, он 2 ляма будет. А ты очка вам. Кокон разбить? Хуй там, блядь. Хуй там, а не пояс. Он не разобьется, блядь. Ничего мне делать. Разбейте не окошко. Не разбивается. Она не бьется, он а живой. Он кончился по времени. Давайте его саманем. Попробуй глыбу нажать, получится, не? Так я в глыбе сюда вообще улетел каким-то. А, понял. Ну жди там 30 секунд. А там уже. Пойдемте на этого, с Аферроном, ты чё? Чё, курнем пару минуток? А где босс, пацаны? А, вон он.
Он собраться должен там, типа кости валяются. Да, костяшка. А тут у них анимация, кстати, правильно? Типа, ну, он, типа там такой вихрь. Крутится, ну. Да, тот, кто первый поднимется, сюда начнет собираться. Давай, Саня, ставь перерыв там 5 минут, я не знаю. Курить, дрочить там, кто чем заняться хочет. Сейчас шмотки быстренько ролим. Под стол спущу, нахуя. Хороший на ханта, блядь. Так, все, я отошел. Ебать, ну и ники, сука. Брофинул, типа шня, блядь. Тагина, Стас.